Рад приветствовать всех. Хотелось бы немного рассказать о том, как же мы пришли к учению и вообще к тому, что с нами происходит на данный момент. Конечно, в двух словах описать это очень сложно, но мы попробуем. Когда-то, ну не так столь давно, может быть лет 5-6 назад, одна жизненная ситуация, точнее череда жизненных ситуаций, которые повторялись из года в год, как завидное постоянство, привела меня к той мысли, что что-то происходит и чего-то я не могу понять, потому что из года в год все повторялось и усиливалось. И начал искать, ну, исходя из доступных средств, там интернет и прочие вещи, и наткнулся я на медитации. Вот. И мы начали немножко практиковать медитации так, как просто было дано. И из этих медитаций один раз я понял, что мы есть немного более, чем просто то, что нас окружает, и то, что мы видим каждый день в зеркале. Вот. И это меня очень подогрело. То есть я стал все больше и глубже искать, и у меня было очень-очень много вопросов. И один из этих вопросов, точнее несколько вопросов, один вытекающий из другого, были: а кто же я на самом деле? То, что мы не являемся тем, что мы видим в зеркале, это однозначно было бы непонятно. А кто мы, непонятно. А второй вопрос вытек сам собой: для чего и что мы должны здесь делать? То есть для чего и все это? И после этих вопросов, я думаю, где-то года полтора мы искали ответы на эти вопросы подсознательно, не так, чтобы прям задаться целью и рыскать везде. Но мы посещали массу ретритов, массу разных мастеров, медитаций и прочих вещей. И в один из прекрасных дней мы стали больше ходить на природу, посещать природу, так как понимали интуитивно, что природа дает нечто, какие-то такие более возвышенные состояния. И вот один раз на природе ко мне подошел человек. Мы были в горах, там людей не так уж и много. Ходит, вообще, в принципе, не ходит практически. И ко мне подошел человек и сказал: по-моему, это для тебя. И дал мне книгу. А книга была от автора Татьяны Николаевны Микушиной «Для России с любовью». Ну, я, в принципе, не придал этому большого значения, и эта книга, в принципе, заняла свое место просто на подоконнике. То есть я пришел, принес ее домой, положил на подоконник, и даже ее не прочитал. Вот. Однако потом в мою жизнь начала течь информация сама собой. И я даже так вот не могу прям сказать, да, как так получилось, что в итоге мы начали получать, ну, напрямую можно сказать, учение, и каждая диктовка, которую мы читали, это был как капля в океан памяти. То есть эта книга, она позволила осознать нам и ответить на вот эти вопросы. То есть кто мы, для чего мы, что мы здесь делаем. И я думаю, те, кто задаются этими вопросами, они 100% найдут ответ в этой книге, книга мудрости. Каждая диктовка является каплей в море океана памяти. Память пробуждается. Ты осознаешь, кто ты, для чего ты, зачем ты. И каждый день для тебя является открытием. Каждый день является новым днем. Каждый день является тем днем, который может научить тебя. И за целый день ты можешь прожить целую жизнь. Вот такая магия сейчас происходит. Каждый день — это как одна жизнь.
Я думаю, что тот, кто ищет ответ на вопрос, кто он и для чего он здесь, эта книга даст ответ на этот вопрос. Ну, вот так вот. А теперь хотелось бы выразить свою глубокую благодарность тем людям, которые уже ответили на этот вопрос или находятся на грани ответа на этот вопрос, кто они, для чего они. И хочется их поблагодарить за ту работу, которую они проделывают, за тот свет, который они несут в мир, и за их сияющее сердце. Спасибо вам.